Мы решили с доченькой здесь посидеть, отдохнуть. Классно. Смотрите, вообще супер. Не знаю, на сегодня передают дождь. Посмотрим пока. Погодка радует. Все купаются, отдыхают. Классно. В бассейне купаются детки. Еще посмотрим. Все, поднялся ветер. Наверное, правда будет дождь. Все, посижу здесь, помонтирую для вас видео. Сейчас немного здесь позагораем и пойдем обедать. Ну вот, снова выглянуло солнышко. Мы с Аленкой здесь немножко работаем, монтируем для вас видео. Да, Ален? Люди продолжают купаться. Я сейчас пойду в бассейн, а затем пойдем переоденемся, да, Ален, и пойдем кушать. Пойдем на обед. Здесь, конечно, классно. Нам очень нравится здесь отдыхать. Ночи вообще красота. Ну, мы еще хотим сходить в парк. Еще там прогуляемся, снимем для вас обзоры. В поездке мы никуда не поедем, потому что мы уже практически везде были. Ну, и как-то не очень хочется. В этом году чисто так. Спокойный отдых на море. Дышим воздухом, наслаждаемся. Получается, что мы постоянно на море, постоянно видим его. Или сами купаемся, или лежим на пляже, или вот здесь. Спим также, у нас окна открыты, балкон открыт. Постоянно на море. Красота, конечно. Очень красиво, классно, комфортно. Просто супер. Ну все. Ален, может быть, пойдем искупаемся в бассейне? Классно? Да. А в очках тебе удобно? В очках нормально. Как здесь красиво. Смотрите, какая вкуснятина. А, ну тогда вот такую. Всякие, а вот это, давайте абрикоску. Чучхела по 60 рублей. Разная. Какой только. Ну давайте абрикоску одну. Смотрите, халва. А вот это вот что? Она мягкая? Вкусная очень. Сербет по 100 рублей за 100 грамм. А вот... И сколько он у вас заказывает? Еще вот такая халва, да, узбекская, 80 рублей 100 грамм. А ее можно пополам? Тут тоже рахат лукум, какого только нет. А сколько там чай? Не, мне если вот кто может... любит рахат лукум. Да. А я куплю чучхелу. Ну, там различные фрукты, овощи. Я люблю чучхелу. Какую возьму? Владик, какую возьмем? Ну, не знаю, я это вообще не ем. Я люблю, она очень вкусная. Это еще бетик я рядом навожу. И чуть-чуть бросьте мне вот это вот, которая квадратика. Такая вкусная. Светлая? Какую-то вот я брала, а вот не знаю, вот это очень чего? Вкусная. Вот по чуть-чуть бросьте, пожалуйста. Только кроме вот этой вот это не надо. Смотрите, какое море.
Походу будет шторм ночью. Тучи, ну, передавали дожди. Смотрите, какие волны. Вообще. Я, наверное, просто зайду, постою стражку или посижу. Все. Купаться, конечно, я не буду. Я купаться не буду. Я тоже. Я купальник надела, но купаться я не буду. Вода грязная уже. Так, только ножки помочить и все. Ночью будет шторм, скорее всего. Еще неизвестно, что будет завтра, да, сынуль? Да. Может быть, завтра не покупаемся. Видите как? Все. Только ножки помочу и все. Немножко. Водичка холодная. Ай. Камни. Хорошо, что у нас вот эти шлёп. Да, такие тапочки резиновые, которые нас спасают. Вот мы купили себе папе, Владику. У Алены тоже такие есть. Вот, в таких тапочках, в такой обуви, видите, очень легко заходить в море и выходить из моря. Очень удобно. Да, сынок? Да. Мы сейчас идем в кафе. Ой, Владик, ты ходишь в кафе? Да, очень. Голодались. На улице пошел небольшой дождик. И небольшой шторм. Да. Так что мы хотим посидеть в кафешке на берегу моря, кушать шашлык, насладиться вкусом, да, видом на море. Надеюсь, жарко не будет, да, хоть бы было да. Прохладно. Да нет, прохладненько, ветерок. Все, мы пойдем. Мы пришли в кафе, заказали шашлык, картошечку, свиной, куриный, соусы взяли. Владик. Да, сейчас покушаем. Людей сегодня очень много. Полное кафе. Сегодня пятница. Вот, все кушаем. Взяли еще лимонадик. Аккуратно. А если бы рыбу взяли, 3000 было бы. Да. Цены, конечно, 6. Цены, да. Вот это, дороже, чем было, конечно. Да, вот это все у нас обошлось без напитков на 2300. Цены подорожали. Так, я готов. Готов. Да, вообще, ага, по порядку. Как я его обнимать, конечно. И я готов, не боимся ничего. Да, на что YouTube? Вы меня-то снимаете в глаза не на светите? YouTube. На YouTube? Да. О, и на кайф. Дзен. Кайф, кайф. Реклама. Я люблю быть на YouTube. Вот такой красавчик в Лазаревском на набережной. Да я самый лучший. Да. Рекламу ставите? Все, да, обязательно. Все, мы уже покушали, теперь идем гулять в парк. Какая на набережной, вот да, на набережной так весело, классно. Владик, смотри, как можно еще посидеть на подушечках, покушать. Медийные сеты, напитки, классно. Музончик вот такой. Да, сейчас там уже музончик, поэтому надо будет отключаться. Авторские права. Видите, как прикольно.